кого-то на продукт. 2-3 таких текстика, и все, и все новички используют этот текст для того, чтобы рекрутировать людей. И вот всей командой в итоге мы включили режим колл-центра. Также важно понимать, что как только человек зарегистрировался, вроде бы как первый шаг сделан. Мы получили от него регистрацию. Он знает, что в итоге, в лучшем случае, он должен делать для себя заказ в первую, в минимальном случае, а в лучшем случае ему необходимо, конечно, еще и начать строить структурку, да, хорошо бы начать приглашать людей. Соответственно, в любом случае, когда человек зарегистрировался и сказал «да», для нас это, конечно же, ни в коем случае не конец, а только начало работы с ним. И у нас есть множество фокусов, о чем с ним дальше говорить. Вообще, в принципе, всю жизнь, сколько общаемся друг с другом, мы с вами говорим, Oriflame – это бизнес-общение. Должна быть тема для разговора. Выберите ее любую. Главное, чтобы она была, и люди о ней регулярно слышали, да, чтобы они каждый день получали какое-то сообщение, напоминание, я не знаю, привет от вас и так далее. Как вариант, стартовая программа, почему бы не была бы хорошим поводом для общения, коммуникации и сообщения с теми, кто зарегистрировался. Какой-то нужен повод с ними заговорить. У нас их много. Но если с человеком нужно общаться каждый день, то каждый день говорить ему одно и то же сообщение немножечко как бы не самый лучший вариант. Поэтому стартовая программа, как вариант, тоже хороший способ, хороший повод для коммуникации. Вы помните, что она у нас обновлена с первого каталога, она сейчас работает планомерно, дает свои результаты, и о ней действительно просто нужно говорить. Кто-то может о ней рассказывать своими словами, кто-то может показывать свои примеры. Вот у меня новичок, вот прошел первый шаг, посмотрите, какой подарок он получил, какой набор он приобрел. Вот такие посты всегда привлекают больше внимания. Кто-то может просто вставить ссылку на видео, люди посмотрели красочное видео, захотели участвовать в стартовой программе. Да? Давайте и мы с вами посмотрим это видео, может быть, и мы тоже захотим с вами поучаствовать в стартовой программе. Не знаю, как мы это сделаем, но... Сейчас будет новый стартовый в программе присоединяйся к Replay. Возместите заказ на сумму около 3,5 тысячи рублей при действии одного каталога и получи уникальную возможность приобрести набор легендарных продуктов от Replay всего за 199 рублей. Заработать на стартовой программе очень просто. 3,5 тысячи рублей – это 100 бонус баллов. За 100 бонус баллов проект составит 867 рублей. Но это еще не все. Продолжай заказывать качественную жизнь. Выполняет условия стартовой программы 4 каталога подряд. Твоя выгода увеличится в 4 раза и составит более 3 тысячи рублей. Но и это еще не все. Увеличь свою выгоду. Предлагай клиентам легендарные подвиги договора, получит как бонус в стартовой программе по цене каталога. Твоя выгода будет еще больше. 16 972 рубля. Расскажи своим друзьям и знакомым о стартовой программе Oriflame. Ну вот таким способом, да, можно показать преимущество стартовой программы. Кто-то ориентирует на нее, кто-то ориентирует на какое-то другое количество баллов. Какая бы ориентировка ни была, согласитесь, что как пример возможного дохода, возможной выгоды, которую можно получить за 4 шага, весьма впечатляющий, особенно в сегодняшнее время, когда дополнительный доход актуален для любого человека. Также у нас есть акция «Твоя весна», которая у нас продолжается, она будет каталог 6, и эта акция для нас очень важна сейчас, потому что если мы, как сегодня я пытаюсь донести в течение всего своего блока, можем делать баллы из того, о чем мы говорим, вот наша коммуникация дает нам баллы, да, то в таком случае мы можем напоминать людям, потому что это повод для обращения. Если вы в ней участвовали, в этой акции, то в не самые активные периоды, которые у нас сегодня, у тебя есть повод обратиться к людям, и это точно так же можно сделать, изучив свой информационный листок, увидев, кому конкретно по головам, вот четко я обратиться с предложением вернуться к нам, разместить заказ и поучаствовать в этой акции, пока она еще идет. Но, конечно же, опять же, о чем говорим, то дает нам баллы и товарооборот, объем продаж нашей структуры. Наши каталоги – это бессменный источник наших разговоров и наших рассказов. Каталог, как вчера мы выяснили из нашего большого блока о
категории Novage более сотни страниц. И одно дело, когда мы просто лог, либо одно дело, когда люди смотрят его в онлайн. Другое дело, если мы нацелены на большие баллы, и у нас есть консультанты, которые нацелены на большие баллы, что они могут знать, о чем именно говорить из каталога. Об этом можно говорить также какими-то постами, на вебинарах, на планерках. Об этом можно говорить на личных встречах, на координациях, где угодно, о чем говорим, то и получаем. Итак, давайте быстренько с вами, если вам это интересно, просмотрим очень быстро каталоги второго квартала для того, чтобы понять, на чем мы там будем приглашать людей, на что. А на чем мы там будем зарабатывать? Потому что нас с вами, как предпринимателей, имеющих свой продукт, я призываю знать каталог как минимум на вот эти два критерия. Что в каталоге у нас есть для того, чтобы привлекать внимание и заговорить с человеком о чем-то? А на чем мы можем делать баллы? Итак, что нужно знать о каталоге номер 5? Вы его прекрасно изучили, вы прекрасно с ним уже работаете, он не новинка. Привлекаем внимание на тот самый драйвер. Сегодня я видел не сильную реакцию участников конгресса на вопрос, кто знает, что такое драйвер. На всякий случай еще раз поясню. Драйвер – это всегда есть некое предложение в каталоге, которое является либо подарком, либо покупку в качестве подарка. И обычное какое-то, ну, например, полотенце, да, знаменитые наши полотенца первого каталога. Вот на это драйвер. То есть всегда есть одно основное предложение. Это не запуск, не новинка. Это именно некая акция, какой-то подарок, которая привлекает внимание к каталогу. Вот это драйвер. В этом каталоге драйвер – это модный шарф или солнцезащитные очки, а также коробка красоты от Oriflame, наша новинка, которая вышла в этот раз, в этом каталоге. Это очень трендово, это очень модно. Сегодня люди во всех компаниях используют бьюти-боксы, коробки красоты, но сегодня у нас будут специалисты, которые расскажут об этом лучше, чем я. На чем зарабатываем? Мы зарабатываем на True Perfection, который стал теперь частью Novage, который обзавелся набором, и действительно он может к нам добавиться в нашу процедуру либо коммуникации ухода за лицом по онлайн, либо проведению живых сессий по уходу за лицом. У нас есть новинка парфюмерная для мужчин, которая дает баллы, и у нас есть целая категория The One, которая, с одной стороны, посмотришь, ну как бы зарабатывает ты там 9 баллов, с другой стороны, ни одной женщине не нужна только одна тушь, а летом и весной декоративная косметика – это первое, в первую очередь, что женщину интересует. Поэтому определенным количеством мы можем там тоже действительно зарабатывать. 6-й каталог. Вы его тоже получили, вы его видели. И здесь я могу сказать только, что есть его тема. Тема очень важная – весенняя шикономия. Кстати, кто был, есть здесь присутствующих люди, которые были на нашем конгрессе 2 года назад в Яхонтах. Поднимите руки, подержите. Очень рад вас видеть. Вот у нас был гость звездный Ирина Хакамада. Вот мы от нее впервые услышали такой термин там «шикономия». Она рассказывала, что это очень модно. Это экономия, но с шиком. Очень многие розничные магазины в этот период, когда начнется этот каталог, открывают уже распродажу. И нам нужно с ними быть в одной области, поэтому у нас тоже распродажа, что, может быть, для этого времени не всегда было типично в нашем каталоге, скидки до 70%. Тема «Шикономия», можно приобрести роскошные продукты со скидкой до 70%. Вот сообщение, которое можно всегда выписывать, рассказывая о каталоге. Либо рассказывать, пожалуйста, посмотрите каталог, а зачем? А потому что у нас есть тренд «Шикономия», и вы сможете экономить на 70%. Что привлекаем внимание? В этом каталоге, если вы его смотрели, то теперь вы уже знаете, что такое драйвер. Знаете, что это в 6-м каталоге будет гамак, который, я думаю, что для весеннего и летнего сезона полезная и нужная вещь. И у нас также в качестве того, что мы привлекаем внимание, служит специальное предложение на ароматы из серии Men's Collection и Women Collection. А зарабатываем мы с вами в первую очередь на главном событии этого каталога. Это полностью обновленная серия Eco Beauty. И если вы видели в вашем городе количество
магазинов, открывающихся с надписью, там, я не знаю, натуральная косметика, домашняя косметика, органическая косметика, то это то, куда мы вот этой серии хотим прийти. Мы не позиционируем ее как органическую косметику, но, тем не менее, подробности вы услышите. Это очень современно, это то, что нас выделяет от других, она абсолютно обновлена, ее также можно составлять набор с ней. Подробности впереди, но на ней реально можно будет зарабатывать на тех людях, которые хотят ухаживать за лицом, но при этом для них инновации инновациями, а вот природность и натуральность все-таки это первое, что меня интересует. Вот, пожалуйста, им к нам. Опять же, у нас обновляется The One новым продуктом, но я уже сказал, здесь в комплексе мастер-классы, дефиле, все что угодно, мы в комплексе продаем The One. И новый защитный крем для лица из Novage, он также важен в летний период, мы его включаем в период скин-сессии, сессии по уходу за лицом, и он дает нам объемы продаж. А вот теперь посмотрите на обложку 7-го каталога. Такой обложки у нас с вами не было никогда еще. И оцените, я рад, что вы уже оцениваете. Оцените, как меняются наши каталоги. Они меняются не потому, что мы посидели, подумали и решили, что ну ничего, так живенько, вроде как хорошо, так хорошо, ярко. Да, мы следим за самыми последними тенденциями, у нас есть для этого самые большие специалисты. Именно поэтому центр разработки каталогов переехал в Москву, в наш офис. И мы хотим привлечь внимание к летнему продукту, который летом наиболее важен, именно вот таким акцентом, потому что люди видят впервые в Oriflame, не знают, что будет впервые в Oriflame. И вот у нас есть главный герой этого каталога. Это супер новинка полной косметики The One. Тема этого каталога. Приходите и посмотрите этот каталог. Почему? Потому что здесь есть модные продукты, которые станут незаменимы этим летом. Чем будем привлекать в этом каталоге клиентов? О чем будем говорить? Будем привлекать драйвером, который в этот раз будет Парео. Также будем привлекать новинками из серии Giordani Gold. А зарабатывать мы с вами будем, опять же, на комплексном использовании коммуникации, рассказе о серии The One, ее новинках. Продавать и зарабатывать будем на экологене, который в этом каталоге снова пополняется легкой версией. Ее можно будет в набор включать. И на парфюмированной воде Valare Forever, которая также нам дает хорошее количество баллов бонуса и о которой всегда можно рассказать, попробовать, протестировать, то есть объем продаж может быть хороший. И в завершении 8-й каталог, потому что мы с вами говорим про весь 2-й квартал, и нам важно понимать, каким сообщением нужно готовиться. Конечно, я понимаю, что нам хочется познакомиться с каталогом, его сфотографировать и быстренько всем рассказать, но мы с вами говорим об этом заранее, именно для того, чтобы вы уже с вашими людьми продумывали, о чем будем говорить, какие будем истории включать, о чем будем рассказывать, что помогать этот каталог продвигать. 8-й каталог, его тема, его тренд, важные для лета продукты и модные продукты со скидкой. Здесь у нас на что привлекаем внимание? Привлекаем внимание на драйвер. Драйвер – специальное предложение. И в данном случае это будет набор Blue Wonders, который будет по потрясающей цене. Также привлекаем внимание к Oriflame, к косметике, к каталогу уникальным проектом, который будет поддерживать серию The One, и он называется The One Tushin. Или мы по-английски его называется No Filters. Фильтров нет. Это будет целый большой проект, о котором мы вам, если захотите, если попросите, тоже расскажем, как можно его использовать для привлечения внимания к Oriflame. Это вы просите, да? Спасибо, просьба принята. И он, я уверен, что поможет. Более того, вы помните, как в прошлом году здорово прошел финал бьюти-битвы на мегафоруме, да? Вот сейчас Юра вам рассказал про 3D, про Oriflame Expo, это будет огромная выставка. Вот там тоже у нас как бы будет проходить финал этого проекта. Мы познакомимся с его победителями, экспертами и так далее. Подробности чуть попозже.